Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Так, забираем свои 25 рун. Так, давненько мы здесь не были, давай посмотрим, есть ли сегодня какое-нибудь событие. Да, у нас есть угроза, это злобные вандалы. Отлично. Давай, наверное, сразу же, наверное, и начнем с них, именно с вандалов. Так, здесь я куплю вот эту вот лопатку и пойдем на событие. Так, где оно, вот. И я так понимаю, оно, наверное, очень длинное, да? Ух, ё-моё. Длиннее, чем я ожидал. По-моему, тут придется, ребят, 3 заходки делать, чтобы пройти это событие полностью. Но нам-то не привыкать. Уже не впервой, так сказать. В плане... А, тут одна волна, это последняя. Так, ну что, давай начнем. Так, первый получил. Давай дальше сюда. И пробивнуху. Кусанем. Так, он, ребят, с повышенной атакой. Злобный змеевик, так скажем. Пробьем. Не пробьем, конечно, но сейчас барсик добьет его. Нормально. Первый бой за нами. Ну вот у нас и рулетка. На ней выпадает нам рыба. Всегда первый приз какой-то, ребята, ложовый. Самый минимальный. Но зато 50 рун забираем в копилочку. Итого у нас уже 3400, да? Прекрасно. Так, второй поединок. Потом третий заберем загадочный пак. И, в общем, мы дойдем с тобой до тусклого янтаря. Вот что я хочу сказать. Ну что, последняя волна опять же одна. Она у нас тут. Они начинают опять же первыми. Кусаем сюда. Сюда же. А сейчас ходят они вдвоем, потом барсик, потом опять злобный этот. Сфигали, разгулялись-то так сильно, а, ребят? Змейковьюн. 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 Злобный змеевик, ребята. Это уже черепашки-ниндзя пошли. Змейковьюн. Так, это вырубили. И остается у нас водорез. Да ладно, ну что ты вот выпендриваешься, я не понимаю. Что ты вот выпендриваешься, все равно тебе кранты. И здесь нам выпадает прилив сил. Хм. Неспроста, ребята, прилив сил нам дали. Так, ну а после этого поединка мы заберем с тобой загадочный пак. Сейчас только надо будет посмотреть, кто у нас тут. Водорез и шепот смерти, да? Тьфу ты, шепот смерти. Это этот, ё-моё. Дымодышащий, конечно же, шепот смерти. Уже всех попутал. Вот что значит долго не играть. Так, водорез там все выпендривается, да? Он все выпендривается, все выделывается. Он уже начал... А, у нас тут, кстати, 2 волны, друзья мои. Так что без расслабона давай-ка. Давай-ка мы без расслабона. Смотри, что творит, а. Ну, добиваем. На второй волне у нас злобный... Тьфу ты, опять же. Ну да, злобный змеевик и дымодышащий тут же. Начну, наверное, с него. Сразу же хильнемся. И добьем. Так, злобный змеевик выпендривается. Давай-ка я, наверное, вот так вот сделаю. И добиваем. Крутим рулетку. Забираем здесь древесину. Ну, понятно. Так, а вот наш загадочный пак. Отправлю на почту. Получается, раз, два... Ну да, тусклый интерьер мы с тобой заработаем. И, в принципе, все. На этом у нас энергия заканчивается. Так, что, 3 волны, что ли, сегодня будет? Нет, 2. 2 волны, и змеевика здесь почему-то поставили одиночкой. Почему? Не знаю. Нам-то какая разница, все равно он звезделей получит по полной программе. А, наверное, на второй волне будет, скорее всего, ребята, 3 противника. Так оно и есть. Такие довольно серьезные противники. Так, хиляем.
Блин, Кривоклык, какой ты слабый против шустрых. Он не может, он, ребята, их уничтожить, так скажем. Видишь, что утворяет поганец, а? Сейчас хильнемся. Так, этого пробили. Пробили, но все-таки остается у нас Костолом одиночка. Ну, с ним-то уж мы справимся. Втроем, тем более. Я еще понижаю. Офигеть, как... Понижение защиты. Мы его даже не поцарапали. Все. Очередное колесо. И здесь мы забираем рыбу в минимальном количестве. Ну что, вперед из песни. Последний у нас, друзья, поединок. Поехали. Ну да, там еще два раза придется, ребят, по 5. То есть 10 боев провести. Блин, я вот так вот сейчас только об этом подумал. Смотри, викинги стоят довольны и смотрят, как драконы у них сражаются. Вот у них веселуха, да? Нашли себе тут веселый род деятельности. Развлекаться над тем, как драконы сражаются. Опять трое. И все стражи, прикинь, все стражи, ребята. Да куда ты ехать? Кто там первым ходит? Ну, давай вот так вот сделаем. Угу. Прописал, так сказать, куда надо. Блин, смотри, на барсика нападает, а? Сделаем так. Отлично. Так, давай разбег, пожалуйста. Молодец, красавчик ты мой. Умница. Просто умничка. Вот так сделаем. Так в плане, ты же должен был в отключку быть. С какого перепуга ты вдруг вскочил? Это ненормально, ребята. Ну все, ему кранты. Даже если он сейчас разбег свой сделает. Сделал. Но мы его ушатали. Крутим колесо. Забираем с тобой дерево. Ну ладно. Так, и вот он, тусклый янтарь. Ну что, ребята, энергии у нас нету. А сколько вообще у нас дней осталось? Мы успеем пройти? Дай-ка я посмотрю. Ух, конечно, за 5 дней-то. Господи, я отработаю, еще и выходные захвачу. На выходных я уж точно его ушатаю. Так, ну что ты мне принес, Беззубик? Ну, рыбы 6 миллионов. Конечно, это мало, ребят. Это вообще ни о чем. Так, бесплатно заберем с тобой загадочный пак. Плестиголов, громобой, древоруб. Ну и тут немножко всего всякого. Колодец. Опа, 20 струн еще сверху. Так, лети, пташка. А тебя, естественно, отправим за железом. Так, шестеренки дают нам. Купол. Так, барсик, у тебя что там? Ну-ка, шестеренки. Ну, тут либо, ребята, шестеренка, либо руна выпадет. А, чуть-чуть хватило до копья. Плохо. Так, барсик, ты у меня не радуйся. Друзья мои, а почему зависло все? Я не могу не сдвинуть ничего. Давай тогда откроем пока загадочный пак. Алая плеть даже выпала. Так. Все, я больше ничего не могу, ребят, сделать. Вот только вот эти открываются и все. Громль, кревет, костолом. Начать открытие. Все, у меня не перемещается, ребят. Найти шлем викинга. Шлем викинга лежит, но я его не могу ни взять, ничего сделать. Прикинь. Наверное, надо будет перезайти в игру, скорее всего. Сейчас мы отправим этих всех. Да, вообще ничего не могу сделать.
Ладно, перезайдем. Так, беззубика надо, наверное, будет отправить мне сейчас сразу же на... на поиски вот этого. Пускай летит. Так, значит, Барсика мы обучить. А пускай летит, обучается. Так, Кривоклык. Угу, руны. Давай, преграду. Полетел. И Грамгильда на поиски бесплатно. Косолом вперед, Древоруб вперед. Так, у нас тут две штуки тусклого янтаря. Так, подожди, парень, сколько тебе нужно? Тебе нужно... Пум-пум-пум. Понятно, тогда за деревом. А вот тебя-то мы отправим за железом. Давай рыбу лети, ищи. Так, ты тоже рыбу, ты у меня древесину. Так, этот поднял уровень. Мы его дальше прокачиваем. Пускай идет, тренируется. Так, этих всех отправляем за древесиной, ребята. Буйволорда за рыбой. За древесиной. Так, что у тебя? Покормить. Есть. Отлично, пускай дальше идет, тренируется. Так, этот пускай он... Ой! Подожди, я не то хотел сделать. Что ты делаешь, Рэй? Зачем ты его отправляешь? Он же маленький, какие от него поиски могут быть? У него никакого толка все равно нету. Вот. За железом, ты полетишь за рыбой. Ты там чего у меня притулился? Что ты мне принесешь? Угу. И сейчас как раз выпадет светленько, ребята. Вот смотри, вот этот светленько. Ага. Еще меньше. Ай, ты у меня какой-то, я не знаю, жук. Так, увеличу награду в приключениях. Ай, была не была, ребят. Слушай, остров целителей какой-то. Прикинь, мы ему купили за 1000 новый костюм. И открылось у нас новое событие. Ну, не новое событие, а новое приключение. Так что я считаю, что даже очень неплохо. Так, где у меня этот? Лесной дракон. Блин, он прикольный, у него, смотрите, ребята, на спине прям елки рисуют, прям такая глыба. Так, Йохана мы уже проверяли, да, получается. Ну, в принципе, ребят, по-моему, все. Шлем я только не подобрал, точно. Да я уже и не успею, смысл от него. Так, сезонный абонемент, давай заберем награды. Угу. Замечательно. Получить 15 драконьих коряг. Итого у нас 800. Ну, 800 это мало. Рыкошмык там у меня прыгает. По-моему, друзья, остальных я всех успел уже отправить. А, подожди секунду. Ну что, ты будешь у меня прокачиваться? Нет, конечно. Конечно, друзья мои, нет. Древесина не достает. Ты смотри, смотри, как он летает, ребят. Вниз головой. Странный, конечно, дракон. Так, что еще? Ага, вот. Давай за рыбой вперед. Ну что, друзья мои, я хочу сказать вам, что все я сделал. Все везде собрал, всех отправил. И можно, в принципе, закругляться. Так что всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.